А есть свободные места? Да, у нас сегодня бесплатный кинопоказ мультфильмов в 11 часов. Можете все приходить. Чтобы попасть на этот сеанс, в кассу обращаться не обязательно. Прийти сюда может любой желающий. Незадолго до начала показа мультфильмов в фойе кинотеатра «Искра» уже собираются зрители, которые внимательно следят за рекламой. «Лекарство от послушания» будет мультик. А узнал откуда? Из газеты. С 1 по 15 апреля в кинотеатре «Искра» проходит весенний мультипарад. Здесь показывают самые новые российские полнометражные мультфильмы. Весенний мультипарад проходит в рамках открытого российского фестиваля анимационного кино. В этом году он в 24-й раз проводился в Суздале. Теперь у зрителей есть возможность увидеть фильмы-дипломанты этого фестиваля. И что характерно, абсолютно бесплатно. Это просто праздник какой-то. Всего в программе мультипарада 6 показов. 3 из них уже прошли. Этот – 4-й. И если на первый собралось совсем немного зрителей, то постепенно контингент ценителей рисованных фильмов увеличивался. Идея отличная. Я удивлена, что сегодня мало народу, потому что я знаю, что в пятницу было гораздо больше. Но мы ждали именно этого мультфильма и собрались, пришли. Тем временем зрители продолжают прибывать и не только поодиночке, но и организованными группами. Наконец в зале гаснет свет и начинается программа. Надо отметить, что во время сеанса показывают не один большой фильм. Вместо рекламы здесь также крутят мультфильмы с уже полюбившимися героями. Ну что ж, посмотрим, кто там озорничает. Отдельно стоит отметить, что мультфильмы демонстрируют в большом зале. Экран здесь больше, а значит, больше и удовольствия. Это уже привычная картина на афишах кинотеатров. Мы чаще видим не российские, а зарубежные анимационные фильмы. Но сколько бы ни предрекали смерть нашей мультипликации, она по-прежнему неплохо себя чувствует. И этот фестиваль тому подтверждение. Весенний мультпарад еще не закончился. 12 апреля в «Искре» покажут мультфильм «Василиск», а 14 апреля – «Возвращение Саввы». Начало в 11 часов. Вход свободный. Максим Козлов, Константин Брылов, Сергей Ларин. Видное ТВ.